Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 22, вопрос 3499. Революционеры прошлых веков и те, которые были перед самой революцией, одинаково ли были безбожниками? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В школах совсем не говорят о том, что у Фридриха Энгельса есть прекрасные размышления о вечности, о христианстве. Карлом Марксом написано сочинение в школе на тему 15 главы Евангелия от Иоанна. Герцен А.И. раздувал искру мщения и в душе сопереживал несчастью ближнего и имел друга вполне верующего. Но чем дальше, тем более грубели изверги с демонической закваской. Огарев страдал, мучился непонятностью жизни, смерти, вечности. В 20 веке революционеры уже ни о чем подобном не размышляли открыто, но бредили рекордами «убить и погубить». Огарев Николай Платонович, 6 декабря 1813 года, родился, умер 31 мая 1877 года, 64 года жил. Герцен Александр Иванович, псевдоним Искандер, 6 апреля 1812 года, родился, умер 1870 году в Париже, прожил 58 лет. Русский революционер, писатель, философ и публицист. Родился в семье богатого помещика И.А. Яковлева, мать немка Луиза Гаак. Брак родителей не был оформлен, и Герцен носил фамилию, придуманную отцом, от немецкого «Герц сердца». Нельзя, полагал Герцен, звать массы к такому социальному перевороту, потому что насилием и террором можно расчистить место, но создать ничего нельзя. Большая советская энциклопедия. «Молю тебя, святое бытие, дай силу мне отвергнуть искушения мирских сует, желание мое укрыть от бурь порочного волнения и дух омыть волною очищения. Дай силу мне трепещущей рукой хоть край поднять немного покрывала на истину надетого тобой, чтобы душа, смиряясь, созерцала величие предвечного начала. Дай силу мне задуть в душе моей огонь себелюбивого желания, любить как братьев, как себя, людей, любить тебя и все твои создания, я буду тверд под ношею страдания». Огарев Николай Платонович, 1838 год.